Давай масленицу чай, блядь. Давай. Отведи, блядь. Вот хоть кто-то есть, блядь. Я на бабку сходил, вон, на резку. Рыжий что творит? Я не шумлю. Все-таки Анджелина Джоли творит. А я не шумлю. Я тебе под жопу сейчас не понимаю. О, а вот наши красавицы идут. Ага, да, идут, блядь. Ага, катюха идет. А, блядь, давай рассказывай. Все, рыжий, блядь, сейчас пиздец. Ох, и мяско тут уже подготавливается уже все, блядь. На, соус полить немножко. Рыжий, возьми, полей сюда, то суховато здесь. Нет, это вот девчонка. А, Катька, привет. Все, все. Тебя сегодня опять не пустят, блядь, блин, сюда, нахуй. Да, почему? Потому что водки море, блядь. Давай, рыжий, за знакомство, нахуй, наливай. Вот такая мужичка идет. Серьезно, давай. Нет, вот. Иди, давай. И ты икру закусываешь, хоть нет? Ты любишь икру? Я вот я не ем. Бля, ребята, о. Так что не покупайте им больше, не предлагайте им покупать икру. Пускай они есть, ничего не едят. Ну, так ты говоришь, котка, совсем заелись. Ну, блядь, мне люди попросили купить вам икры. Вот я купил вам икру. Кстати, нам, Саша, нам. Я себе баночку купил дома, я съел ее вчера, масленица была вчера. Чай. Так там ложки две, да, по идее? А стоит капец море, да? Да. По идее. Ну что, для вас не жалко, видишь? Камень. Наливай, Катя, блядь. Катя, она пришла, блядь, да под мясо. Не пить? Не будешь пить? А на своем видео она стесняется. Опять стесняется. Я сама себя видела. Так, блядь, иди за сами ухаживайте. Рыжий, блядь. И просто, и все, ее держи, никакому белому не давай. Че орешь ты? Че орешь ты? Он увидит, он тогда, блядь, отдали пачку девки без сигарет, белый все раздал. Больше не давай. Тебя что-то раз болится, да? Ничего хоть не сказали, типа? Она у меня посетила, потом пришла. И все, там открыто уже. Все, как бы обошлось. Но не вот этому. Предупреждение, знаешь? Нахрен он не нужен. Все поняла. Все поняла. Давай, прискай, говорит, Таня. Давай ты ему сама руководи его. Чекаешь? Ну-ка, вон бульдог, нахуй, в больнице. А он в больнице, представляешь? Че опять надо-то, блядь? Скажи же, он нормально. На такой степени, что в больнице человек оказался. Руку? Мне бахиву пришлось одевать. Где? Ты представляешь? Травма того, наверное. 221 кабинет. Ну, это вот, ну, палата, короче. 221. Представляешь, ну, вообще, у нас там вообще хуйня. Вот я и говорю, то, что надо сходить. Да мы сходили к нему, все, пакет затарили. Рыж, ты будешь девчонка наливать, а нет, блядь, пиздун, блядь, телесетик. Не, не буду. Я представляешь, Катя пришла. Ага, всё. Невеста пришла к нему, он, блядь. Нет, вы посмотрите на него. А что он говорит, что ты ему в любви клялась? Ты не помнишь, что ли? А? Катя, ты не помнишь, что ты в любви ему говорила? А ты рыжий пизду, наверное. Я тебя люблю. А, да, блядь. Конфетку порублю. Сейчас рыжая она выпьет, и опять тебя любить будет. Мужика надо, но... Да, уважать. Но мужик... Дымом сейчас приводу. Мужик... Так снимите курточки здесь и сидите, стойте, блядь, без дыма надо. Да, ну, конечно, курточки снять, вы замерзли. Кто? Мужик, который бьет женщину. Бьет очень женщину. Слабый. Духом. И силой. Мне бы такого своей встретить, который не бьет, а ты же говоришь, у тебя маленький же, но... Это самый слабый человек, если женщину бьешь. Ты скажи, рыжему, ты же руководи сама им, блядь, чтобы он побыстрее наливал, чтобы видишь, как пиздит дохуя. Быстрее, подожди. Дай я блинчик, нахуй. Вон он, а, сегодня же масленица. Сегодня прощено воскресенье, нахуй. Проси у рыжего прощения, и он просит. Прощение, прошу, прощения. А икру, может, она икру будет, будет еще? Ну, да, прощение. Надо было, блядь, нельзя. Надо. Да, блядь, возьми ты, блядь, чего они, ёптать, выёбываются, а? Я нахуй, я говорю. Да, давай масленица, чай, блядь. Давай. Ответи, говорит, блядь. Вот хоть кто-то есть, блядь. Я вон на бабку сходил, вон, на резку. Ай, блядь. Ой, водку не разлей. Она водку льет, блядь. Блядь, что ты? Икры-то положила, блядь. Не, положь больше, блядь. Подожди, дай я нахуй, я, блядь. Павел Васильевич сам, блядь, рыжий нюхал. Давай. Давай, давай. Вот это есть, блядь. Вот так вот. Вот так вот, блядь. Когда ты еще такой пила, блядь, в воскресенье, блядь, с икрой, блядь, блины закусывал? Пила. Я говорю, когда воскресенье последнее было такое? Воскресенье. Не, ну то воскресенье ты никуда не ела, что ты обманываешь тебя? Да. Давай, скоро сейчас мясо уже, ну. Давай под горяченько сейчас он. Не имеет. Давай. Не здоровье имеет. Вам самое главное здоровье. Ага. Здоровье будет и все будет. Здоровье, оно у меня и так здоровье. Вот. Стоп, ну. Во, мы просто приехали. У рыжего
столько стаканов. Я оставила там. У рыжего столько стаканов, блядь. Он в один стакан наливает, блядь. Столько стаканов, не что, блядь. А как нахуй скажи? В смысле? Блин, да, скажи, ебало водой еще, блядь, мешать нахуй. Ой, сколько? Это с Каменска. Ну, Андрюха приезжал. Вот Каменска, я тебе говорила, вот с Каменска люди приехали. Каменск-Уральский. Они же приезжают еще. Они, ну. В столовую поехали. Ну. Рыжий, ты что, блядь, за телефон свой выложил? Ёб сюда. Ну вот нихуя себе. Фраер, блядь, рыжий нахуй. Ну вот как мы с тобой. А ты видел, последнее видео, посмотри, как они там долго, она его на охуй подсела рыжим, блядь. Это вот где танцевали. Вот да. Сейчас это еще увидят. Там танцы такие были. А у меня-то не было танцев. Вот, смотри, она и то не переживает. Пускай смотрит, ебать, пускай завидует нахуй. Ты куда? Я только что. Только что выпала. Так а что они-то чем лучше-то? Да конечно. Нет, а что это разве плохо, что ты скажи? Никто не застрахован. Ты богатый, завтра ты бедный. Слышишь? А при чем это? Нет. Ну, это просто я снимаю. Ну, а что, что проблема-то? Да, вот бомжами мы съем. А, да. Вот, короче, поэтому нас и... А ни хуй на них, что вы, блядь, ёпта мать? Я вам каждое воскресенье к ним, блядь, провожу, ничего страшного, как хули. Лёха, вот, ебать. Лёха, пригнал. Сейчас, Вова, поехали. А где представляете, как я? Вот, на бирже в интернете всю ночь просидел. Косарь 200 выиграли с Лёхой. Болото так может, каждый провалиться. Ну, он... О, я вот два косаря. Слышишь? Звонит тут. Я тебе, Катя, скажу, смотри. Два косаря, говорит, выиграл. Это ж, он же не страдает. Он живет, ему нравится такая жизнь, блядь. Конечно. Это не бомж, блядь, это же, блядь, просто он... Я знаю. Так что не переживай за это, нахуй. У него прописка есть, все, блядь. Только, видишь, пальцы у него грязные, паскуда. Ну, на. Это на станка. Работает? Работает, блядь. Не, меня на работу не загонят. На шахте, не, на шахте. На шахте, нахуй. На шахтер, да. Да, уголь, блядь, руками доставают, нахуй. Да, Рыжик? Смотри, на карьере нас бестосно, да? Да, Рыжик, что работать больше не будет, нахуй, да, Рыжик? Никогда. Нет. А, не, не надо, включи, потом позвонишь, я дойду. Ну, вот, Танька, там дела опять появились, блядь. А? Ну, дома проблемы. Да? Дома проблемы. У тебя? А, у нее дома проблемы. Так она, не знаю, она переживает все, вот, меня по интернету видели. Я говорю, что переживать-то, блядь, ну, видели, видели, что? А что ты завис, братан, ты завис, вон. Братан. У Катьки, блядь, у Катьки погоняло сделали, блядь, ей сказали. Какое? Катька, ботоксные губы, сказали. Да. Там пишут. А похоже, что как бы... Ботокс, да. Нет, это просто вот так вот нет, убитые. Нет, я знаю, они сказали, это она, Анджелина Джоли, блядь, слышишь? А кстати, да. Ты похожа на Анджелину Джоли, нахуй. Хочешь? Звезда. Анджелина Джоли, блядь. У Кати все Кузина будет сейчас знать. Кто будет? Все Кузина знать будет. А Кузина это что такое? Откуда она? А ты с Кузина? А там, кстати, люди спрашивают, откуда ты? Ты с Удмуртии же, да? Это деревня есть такая. Удмуртка? Да. Ижевск. Но. Удмуртка. Ижевск? Это, ну, вот я тебе говорю то, что я тоже... Да вы, блядь, на природе, блядь, шашлыки жарите, чего вы, блядь, ну пропахли, чего вы, блядь? Ну, дымом нормально. Я понимаю, если бы мне черная куртка была. Не. Хули, все, сейчас бери, блядь, одевай черную. Базара нет. Ну, Кать, ну, он поэтому сама, весь черный. Ну, он, по-моему, еще не моется, да, скажи, нахуй, грязь не стала. Ну, сугроб, нахуй, ебнусь. Почесал я, отстал. Сейчас следующее воскресенье будет, есть планы? А, что хотите, следующее? У нас планы такие большие-большие, что охренеть, что не встать. Ох, господи, уже. Вот у него везде. Понеслось. Я Таньку видела, это самое. Таню Монтаню вот с видео. А, мелкую это? Да, где вы там балуетесь, без блядь, все видит, рыжего ревнует уже, блядь. Нет, у него зажигалки. Так, блядь. Солнышко спички. Да он упаковку спичек там целый, блядь. Он же рыжий. Солнышко, значит. Ну, это не шептаться. Я-то крашусь в рыжий цвет. Ага. Все думают по типа естественно. Покрашу, дай да. Мне спички, пожалуйста. Так, прикурил. Да я тебе, блядь, упаковку принес целую, блядь. Как, вот где? Да я че сейчас бомболюк. А, ты же у нее бомболюк. Да блин, туда а нахрена на... ты как это самое? Туда все запихал. Надо было два коробка-то мне отдать. Все, видите, Танька уже командует, нахуй, сейчас все, блядь, ну, рыжим, под каблук его не, загонит, да? Не, под каблук меня не загонишь. А че ты, блядь? Какого ты хуй загонишь? Почему? Хуй загонишь, загонишь его, да. Заебешься, смотри. Вот так, на. Рыжий, блядь, заебется, блядь. Давай, рыжий, наливай, нахуй. Хуя у него глаза, да, голубые, блядь? Вот, все, рыжий, блядь. Не шататься, что только разглядело, что ли?
Давно разглядела. У меня папу напоминает. Че? Да? Папу напоминает. Андрюха идет. Папа рыбы. Идут. Вот эти вот. Андрюха. Ты не говори это на камере, Таня. Че? Андрюха. Ты будешь наливать или нет, блядь, паскуда, рыжая? Катьке надо, блядь, прийти в ваше состояние. Хули вы уж, блядь, выпившие, да? Я так нормально. Тебе нормально? Анджелина Джоли. Анджелина Джоли, блядь. По полгорода проехали. Ты не нашли? Не, нашли по двум навигаторам. Я так понимаю, центральная улица. Пошел процесс. Один нас вывел из города, другой нахуй. Нормально довел. Процесс пошел. Там раньше бар был, все там. Че, рыженький, как шашлыки? Да вон, блядь, все. Он пиздит, блядь. Девчонкам не дает выпить, нахуй, не наливает им, нахуй. А, рыжий, ниже одни чай, блядь. Я колонку потом заберем, я выйду брал, чтобы она здесь не сушала. На багажнике. Она. Рыжий, ниже одни чай, тебе еще жить с ними. Да. Катя, так вот, ну, ребята вот, ну, с Каменска приехали. Да ты уже сказал, блядь. Я ему говорю, наливай, он сука, не наливает. Ребята, подписчики. У меня сестра жила. Не, подписчики, ну, ребят, с Каменска, вот. Рыжий, блядь, опять пиздец. Ухаживал за девчонками. Сагадай, блядь. А что, два-то стакана налил, вас трое, блядь, рыжий, нахуй. Действительно, рыжий. Сука, жмот, блядь, а. Нельзя ругаться. Ай-яй-яй, рыжий, ай-яй-яй. Кетчупа налей, блядь, без тарелку, нахуй, чтобы мясо макать. Ну, еще это, как его. Да ладно, не хвастайся своим кэмелом, блядь. Блядь, хвастайся, блядь, ребята, кэмел, блядь, курица, сука, рыжий. Вообще охуел, блядь, уже нахуй. А, смотрите. Рыжий, какая паскудница, сука. Блядь. Ты что там убежал от меня? Опа. Смотрите, настоящий уральский бомж, блядь. Видали, какая спичка у него, блядь. Я у костра прикурил. Нихуя себе, рыжий, вот это, блядь. Как городу с поля, что ли, спать. Да хули он, блядь. Так бреется, хуй. О, блядь, какая рожа, нахуй, рыжая, блядь. Нихуя себе, блядь. Все, нахуй. Ну? Марио, блядь, вот ты Марио, блядь, там шапки в этой, блядь, супер Марио, блядь. Были такие водопроводчики. А? Похож на Марио, да? Да тин-тин-тин-тин-тин. Ему газовый ключ еще в руки, нахуй, вообще заебись. Не, Вовка, он есть Вовка. 39-го отцовства. Вообще, блядь. 39-го. Да, блядь. Одного государства. Другая, господа, что ты можешь хотеть есть, Вовка. Давай я тебе хоть, ничего хочу. Вовка, молодец. Ты пожопи ему нахуй, расскажи, блядь. Вовка, не знаю. Ой, блядь, Вовка, за ним. Вовка, что жопу-то подставляешь, блядь? Ребята не то подумают. Девка-то чего, она ничего не делает. Она только тумаками может. Тук-тук-тук-тук. Не, березовым поленом еще может бить. Горящим, да? Ну, берёшь, блин, бам-бам-бам. Я, блядь, он сейчас остынет, нахуй я жарил-то вам его, блядь. Чё? Пока. Всё уедет. Погоди, сейчас я разгоню. Чё, в Каменске за ним мясо, нахуй? Не, каменские бомжи, там есть кому за ними ухаживать, блядь. Вон кетчуп, слышь, Кать, там кетчуп, он майонез. В Каменске-то мы зависнем. А ты, братан, завис, братан. А, Андрюха. Кого, Андрюха? Я опять её сбил. Избил? Андрюха. Где? Вон бежит, вон бежит. Вон за машиной бежит. Правильно, тут два мужика здоровых, три. А кто это такой? Кто это такой? Андрюха, ну, Андрюха, кто такой-то? Андрюха. Как фамилия-то? Да я от него уже получала. Че, я избил, что ли, тебя? А? Избил? Нет. А что он здесь сказал? Все хорошо. Так. Ты мне лучше говори, да. Иначе нахуй я, блядь, уже здесь. Какой грозный, нахуй, я смотри, какой грозный. Парах, да. Вкусно, понравился? Тихо. Так, налил, блядь. Тихо. Ешь, блядь, ну, разбудишь меня, лучше не буди. Все, рыжий, блядь. Ты медведя в берлоге хочешь разбудить зимой? Ну-ка, рыжий, покажи свой ноготь убийцу. Ноготь, скажи, к чем он режет, нахуй? Ой! Бля, он режет именно. Видишь, даже ты боишься, бля, представляешь, он... Это, а если он еще применит его, блядь? Он деда видел, как резал ногтем, я нахуй? Боюсь, на видео, нет. Посмотри в шалаше. Я? Он ногтем, вот, дед, блядь, он меня режет, нахуй, спасайте быстрее. Столько этих, я половину пострелил, так уже ночь. Я уже даже спать забыл. Мясо бери, ночь, мясо захотел. Да нюхай, нормально. Нормально мясо, правильно? Так я нормально, что, блядь, я же нихуя купил ему, что, блядь? Ну, рыжий, сам себе так взялся, да? Только себе. Сука, рыжий, блядь. Да, девчонок в гости позвал, блядь.
не говори. А другим колхоз им не обещал, пить, да, Рыжик? Им пить нельзя. Да ты чё? Противоалкогольный напиток нельзя. Противоалкогольный нельзя? Да. Да. Новый вид напитка. Не. А ты чё, блядь, за Анджелиной Джоли не ухаживаешь? Это, я не понял. Это как так? Вот сука, блядь, Рыжик, блядь. Не будет. Ты чё мясо-то не берёшь? Напитки употреблять. Если я употребляю, ты тоже будешь употреблять. Слушай, Рыжий, а чё, играйте свадьбу с Анджелиной, блядь. Мы вам всем миром деньги соберём. Подожди, пока я не говорю, она еще не выпила, а выпьет, и потом говорите. Хорошо, про свадьбу. Договорились. Потом про свадьбу. Смотри, как идет. Никакой свадьбы. Венчание, только венчание. Без колец не будет, нахуй. В следующий раз на кольца собираем. Не. И однолюбка. Однолюбка? Ну вот одного будешь любить другого. Вот одного и будешь. Одного рыжего. Катька. А он тебе отца напоминает, что ли? Это не считаться. Мимо пояса не бей. Да, этот тоже весь район держит уже, нахуй. Только никак не можешь воспользоваться. Я ухаживал в бомболюк-то, блядь. Да. Все, уже сразу женихаться начал уже, все, блядь, сейчас. Блядь, Анджелина Джоли стесняется, говорит, не будет. Свадьбу скоро будем играть, нахуй. Кать, это как его. Не считается то, что в тебе есть, ну, сила и дух, и ты крепок. И это не считается. Считается то, что ты человек. Ай, красавчик Рыжик вообще, блядь. Понес. То, что ты человек. Речка. Ты мясо не ешь. То, что ты человек, это считается сильно. За тобой люди пойдут и потянутся. Блядь, сука. Монстр, блядь. Рыжий, блядь. Ну, Жириновский не брат. Че? Жириновский не брат. Все возможно, да? Рыжий Жириновский, блядь. Рыжий, скажи Жириновскому привет, нахуй. Рыжий, а ты пойдешь на выборы? А у меня паспорта нету, нахуй. Похуй, без паспорта. А где у тебя был паспорт? Я тебе свой голос отдам. А где паспорт был? А мне и не нужен паспорт. Почему? У меня прописка есть. Я вольный человек. И в паспортном, ну, там, столе. Все, ну, пробито все это, ну. Они ну, непонятно раз, нихуя, короче. Они раз нас останавливают с Андрюхой. Кать, бля, ну, с Андрюхой. Останавливают. К санке. Чё, говорит? Чё, говорит, это? Ну, а чё тебе вычислили? Ну, чё, ты приехал? Ну, чё, ты же, блядь. Я говорю, где, говорит, как фамилия? Я говорю, Щелканов Владимир Андреевич. Я говорю, ну, батя у меня Андреевич. Они, так, ну, на ты, ну, хуйня-то на ты, ну, вырвали. Ну, понял. На твоем стареньком мониторе, ну, мусоро, да? Мусоровка-то ебаная, ну, ездит так, гоняет. А, не, надо. Ну, по своей на 99-й, короче. Хоп-хоп. Да, у него есть прописка там, то все. Я говорю, что надо-то? Так вот, так вот. Я говорю, слушай, говорю, отвалите, говорю, от меня вообще. Слушай, Рыжий, а еще вопрос. А если бы ты пошел на выборы, ты бы за кого стал голосовать? За Горбачева, нахуй, наверное. За Ленина, хули. За кого? Я бы начали бы. Он не забудет Сталина, нахуй. Не, я бы выбор взял бы свой. Короче, против всех, да? Не, я бы выбор сам брали. Не, Андрей, я бы выбор-то выбрал бы. Ну, такой. Мега ноготь. Че? Мега убийственный ноготь. Шалбан, шалбан. А чё, ножовка? Кого, блядь? Ножовка отпиливал по железу. А его больше никак. Ребята, какой маникюр, нахуй? У него маникюр приведёшь, его охуеют там, блядь. А там они оглохнут сразу. Там, блядь, напильниками скрипчи заебутся. Ты почему за девчонки не хажешь? Шкряпать, блядь. Почему, блядь? Девчонок пригласил в гости, блядь, тебе, нахуй. Действительно, блядь. Непорядок, Рыжий, непорядок. Блядь, Рыжий. А девчонок, это свой разговор, нахуй. Где это Рыжий, конечно? А там у них женский разговор, когда женщины, ну, разговаривают, когда, ну, их разговоры, да. С ними лучше, Марио, лучше я туда не лезть, а то Полина Березова точно получит. А что, стесняется мясо взять? Почему не ешь мясо? Ну, я получал. И, видишь, ей Пашка нравится. Ну, не всегда, да? Не понравилось. Ну, да? Один раз. Сумка не дал. Давай не смеши Анджелину Джоли, она тоже мясо хочет. Вот все, блядь. Рыжик опять наливает, нахуй. Блядь, кто эти икру съест, нет, нахуй? Он не успевает. Дай Андрюхе пока икру. Только выпили, он наливает. Правильно. Ты это самое спаиваешь. Спаиваешь. Ну, это не шитаться.
Ну, это да, бьешь да. мимо пояса. Куда ты их? Вот здесь у нас. Дай ему покажем, блядь. Слушай, Паха, ну что, я обездолив их объедать буду, что ли, блядь? Да. Нахуй мне это надо? Пускай крутят, конечно, блядь. А как? Не, Андрюх, ну, погоди, Андрюх. Не, он вот про него говорит. Как? Я, короче, ну, останавливаюсь. Зачем ему жилье? У него жилье бомбалюк нормальный, ему ничего не надо, блядь. И какое жилье, нахуй? У меня ребенок подземелье, меня нахуй даже в квартиру никуда. Ну когда ты уже жил в квартире, блядь? Ну, жил. А что там? В частном я тоже в доме тебя тут. Не. Тань, погоди, погоди, одну штучку. Погоди, одну штучку. Скажи тебе, блядь, пальцами надо. Сейчас Танька ногти в шалбан поставит. Прихожу домой. Чего? Была а женщина, была жена, я не знаю. Она? Было же все. Тема, ни куска хлеба, ничего нету. Ну там, ну знаешь, это, ну, разруха. Знаешь, что такое разруха? Знаю. Ну это мышь, и та нахуй на веревке повешается последняя. Я прихожу, там ни куска хлеба, ничего нет. Я говорю, что такое, Наташа? Она, Вова, я никуда. Она там, ну, сходит, как там? Бутылку выкинула. Райт. Ну, в этот, в райт ебаный. Сходит там, посидели. Какой райт, блядь, в райте-то не было, блядь, еще? Ни разу, наверное. Посидят, нахуй, там, знаешь, целой толпою посидят. Ой, сейчас выкид будет, сейчас там то. Я говорю, слушайте, я говорю, иди нахуй. Все нахуй. Ну, извини это, ну, то, что я мотивирую, каюсь. Рыжий, так ты наливаешь, не заговариваешь. Ну, у тебя матерков меньше даже, чем от нас. Ну, как я все услышал. Это один Пашка у нас как сапожник, да, Матерись надо. Все. Рыжий. Так, что выпить? Что выпить? Ага, выпить есть, Рыжий, не теряйся. Он уже водку прибрал, он уже бомбарю спустил надо. Да это нормально, хули. Нормально, хозяйство, все в дом тащу, блядь. Закрыл. Сука, рожа такая. Где водка? Последнее полено домой нахуй. А нахуй. Водку, блядь, кто мою водку брал? Что не съем, то понадкусаю, да, Рыжий, блядь. Целую фуру яблок понадкусал, блядь. Посмотри, смотри. Открыть не могу, ты, блядь, сука. Девчонки веселятся, нахуй. 12 Анджелина Джоли что-то весело рассказала. Да, 12 палаток покажет. Она, видишь, она на тебя смотрит и реально похожа, говорит, на Анджелину Джоли. Нет, реально. Похоже. Вообще, артист. Да что ты говоришь? Слушай, Рыжик, передай привет мажоришке в камеру. А где музыку-то? Нафига убрал? Музыку-то нафига убрал? Потому что меня не пропустили. Мажори! Мажоришка, с каменка, а скажи, мажоришка, привет. Козлов, убери из глаз. Привет тебе. А мы с Андрюхой тут зависли, немножечко зависли, немножко, ну, возбести, чуть-чуть так. Вот. А Ваньку Рыжему передай привет тоже. Не удай мне локтю. А мы сейчас съем. Ваньку Рыжему тоже привет передай. Валек, Рыжий. Ванек, Ваня, Иван. Иван. Я вот тоже рыжий, и меня солнышком пригревает. Челка даже, блядь, стоит нахуй, ебать, блядь. Больше, кроме челки, ничего не стоит, блядь. Ничего, встанет. Мы... Слушай, Рыжий, а может тебе скинуться в реальный привезти, нахуй, оформить свою подругу? И на ноги поднимемся. Хуйня, да, все это затея? Конечно, мы нахуй водку съедем. Давай, ты что, все, Рыжий, блядь, пить или что, блядь, пить или не пить? Конечно, будем пить. Вон, ади, все снякалки. Ой, хоть жопу не трогай. Да не надо мою-то жопу трогать. Уж точно не мою, блядь. А там грязно что-то было, он отряхнул. Ну это надо, нет. Я бы всю жизнь гладил бы. Только гладил всю бы. Всю жизнь гладил бы. Ему больше только гладить, блядь. Ты что, распишел Анджелину Джолиму на смену? Лишь бы женщина не убила там Полином Березовым. Давай, пей, блядь, рыжий. Полином Березовым. Нормально. Марио напился уже, все, блядь, видите, нахуй. Хотят, поглядывает на Андрюхину подругу, блядь, все, говорит, глаз нахуй, Андрюха. Оберегай ее. Все, нахуй. Андрюхи, может, слушай, Паха, надо было не брать ее с собой. Да, я не знаю, что ты, блядь, я говорил, я вам все, рыжий. Сука, походу, придется одному ехать, блядь. То, что большой, вот такой большой, это не считаться. Спасибо. А это как мне, блядь. Ну, сестра мне сказала, ну, Ольга, как говорит, Вова. Как тетю у вас было? Ой, блин, я хоть бомбил. Нет, ой, сжег.
Это скажи же, блядь, рыжий, а у него девчонки стоят, он, блядь, стоит, блядь, это, девчонок не разговаривает. Ну, блядь, что-то... Работает, хоть представляешь? Да, блядь. Представляешь, короче, ну... Трёх уже, а, девчонки стоят в сторонке. Анжелина. А, девчонки в сторонке. Рыжий, блядь, тебе девчонки пришли в гости, он, блядь... Ребята, я тоже начинаю подозревать, что он, блядь, наверное, блядь, какой-то это, не такой, блядь. Он такой. А он такой, вот такой. Так, блядь, ну девчонки стоят, блядь, а он, блядь, стоит, блядь, тут. Ну, Бухайло, зли он. Не Бухайло, он даже. Ты посмотри, ты стакан за стаканом наливаешь, даже передоху не даёшь. Дай хоть Таньке передохнуть-то, блядь. Она, ей отдыхать надо немножко, блядь. А он одно за другой. Все, видите, Анжелина прибирается, молодец, блядь, говорит. У Рыжего, говорит, надо прибраться нахуй на лобном месте, блядь. Не дай бог, упадет ты, что? Паш. Ну, ломается. по крайней мере. Один в травматологии лежит, второй там пойдет. Нет, ты меня в стоматологию. Не дай бог. Стоматологию? Не дай бог. Стоматологию тебе пора уже. А мне там зубов нету, хуй, три штуки, блядь. У меня вставят стоматологию. Сегодня ты, ну, зашли. Тань, ну это не смешно. Я не говорю, что это смешно. Он такой, там, ну я чувствую, ну это, ну. Человек, ну, обрадовался, ну, вот. Ну, так, ну, естественно. Андрей, так мы с тобой, говорю, вот, ну, подписчики. Таня, Андрюшка, передай хоть привет, Таня. Андрюшка, ну, зашел, все. Вот, как? Я говорю, ну, с женой там, то, все, да, подписчики. Ну, только не совсем там, а уральцы. Это собрать надо будет, Рыжий, не проеби. Ладно, она не хочет чего-то, она сегодня не в настроении. Так Рыжий хули, блядь, он, видишь, блядь, не ухаживай за ними нихуя, блядь. Действительно. Ах, позорник, Рыжий, позорник. Но. Катька, он хоть перебирается у него на лобном месте, а он нихуя, блядь. На лобном месте. Построй свою любовь. Мы счастливы, Рыжий, скажи. Закричи, мы счастливы. Рыжик, закричи. Мы счастливы, скажи, Рыжий. Погромче. А он забыл все, завис нахуй, пиздец. Мы счастливы. Что есть в этой жизни в твоей? Есть твой лес, есть земля, есть все. Ох, господи ты, боже мой! Рука моя сильна и крепка. И счастье ко мне всегда пойдет. А вот так вот Вовка Рыжий будет газовать. И упаси господи, все переломаю, сломаю везде. Сейчас Анджелина Джоли с лбом поставит, своим ногтем знаменитым нахуй. Это рука. Вовка, а ну-ка сделай так вот с лбом, вот так, дышь. Другим. Блядь, пиздец, сломал нахуй мангал, блядь. Подковы. Я играю. Чтоб железо никогда не кончалось, да. Я видел подковы, Вовки, подковы, блядь. Я играю. Вот Вовка хорош брякать, такой. Давай за девчонками ухаживай. Да он хули, он не хочет. Ему... Он сказал, ему девки не нужны. Это Вовка, нет, потому что ты один сегодня. Вокруг костра. Как? С ним общения мало. Так. Огонь сильная штука. С огнем. Рыжий, ну все, девчонки отдохнули. Сколько духу есть в тебе? Очень много. Что такое дух? Дух – это, ну, сердце и душа. Вот. И ты всегда... Все, Рыжий, могу. Сатана с тобой, чертик. Что-то где-то я уже про сатану слышал. Да вам хули, он сейчас... Ну-ка, давай, скажи по-старославянски, если давно не говорил, кстати. Да. Ну-ка. Ну, короче, скажи, по-старославянски скажи что-нибудь, ты давно уже не говорил, блядь, то же самое, ты же любишь. Шапочка помятая у него, Марио, блядь, что дать, где-то пум-пум, подпрыгнул. Поколь, твоя душа идет, потоль за тобой она пойдет, потоль ты разговаривать можешь, так ты и будешь разговаривать. У него одна и та же фраза, блядь, он красавец, нахуй, да, Рыжий? Идет твоя душа. Как красота, ее ты сильно не поднимешь. И вот такая вещь моя, а вещь моя идет туда, сюда, туда, сюда. Поколь ты будешь своих кровей, ты своих кровей ты не будешь. Да все, Рыжий, давай иди, заведи девчонок нахуй на лобное место, за стол надо. Я еще не покурил.
А ты? Я и разговаривать-то буду, еще хоть сколько буду разговаривать. Блядь, на. Давай, иди, что хочешь сказать, они уже отдохнули, блядь, наливать надо, блядь, он. Разговаривай. Ну, давай. Пизнул собеседник, он нахуй, уже, да? Он уже налил, но он не успевает, это самое. Бомболюк, нахуй. Бомболюк. Рыжик, нахуй, блядь. Сейчас одному-то скучно. Рыжий, блядь, мангал ломает уже, сука. Ай, блин, все. Бомболюка нету, мангал пошел. Пимпец. Пимпец попал. Пимпец попал. Без рук его разобрал, короче. Да. Ничего, у меня руки, они такие, руки. Так что-то крышки. Сразу крышка отлетела. Так ты ночью к люберам ты не ходишь такими? Чё? Как кто? Фредди Крюгер. Фредди Крюгер? Почему? Разобрал мангал. Фредди Крюгер, да? Пимпец. Так она разбирает. Так я знаю, у меня такой же дома, ничего. Такой же. Он как будто одноразовый, боже мой. Ну что одноразовый, нихера ему столько лет уже, блядь. Тебе копье дали? Я у меня подарил. Тоже, у меня вот такой же жравчик. Копье ему? Нет, папоротники вот так вот. Все, все, Андрей Джолевич, пошла, блядь. Водочка дала себе знать, блядь, все, настроение поднялось, нахуй. Давай, давай, блядь. Папоротников наешал. О, это у меня. Он же не стоит человек. Сказала. Папоротник когда-то. Я видела по роликам, да. Там такую бунгало построил. Такой бунгало. Рыжий, блядь, паскудник. Почему не пьете-то, блядь? А я барышню жду. Они, блядь, и мясо нахуй, мясо давай, рыжий, блядь. Прячь его нахуй в снег нахуй, пускай мерзнет, потом съешь, блядь. Водочки-то. Ну вот возьми, ну, не, да, возьми сразу полос тарелку. Там возьми девочка у нас вот. Такая. Там тарелку возьми чистую, мешок. Девочка, она на коляске, она не ходит. Я так хочу на свежий воздух, на улицу. Вытаскивайте ее. А ее как вытаскивать? Да, 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 да. Она у нее бедро. Ты, блядь, дай Катьке-то, блядь, там, сука, притащил. Да не дай мне Катьке. Не надо, не надо. Я сама возьму нахуй, да? Катя, да. Ты что, блядь, Анджелина Джоли расстроил, блядь? Давай, держи. Анджелина Джоли расставила перед рыжим нахуй. Перед рыжим не устоит никто, блядь. Кать, ну. Даже дерево. Да. Не, я его нахуй. И то сломал. О, роню, блядь, роню нахуй. Сука, рыжий убийца, блядь, опять спичку свою забрал нахуй. Спичка, блядь. Так он спички, ты куда спички-то унес? Ну-ка, рыжий, блядь, дай тебе сфотку хоть. Рыжик. Снимаю. Прикуривай. Снимаю. Это, сука, рыжий, блядь. Это курит, блядь. Спички какие, блядь. Вообще там все. Хули. Она ничего не... Да, рыжий, блядь, курит. Жопа шник, блядь. Спички. Нет, мне спички надо. А что, бомбарюк к нему спустишь, он там даст? Нет, не буду, не пойду я туда. Че, он тебе, может, там еще что-нибудь даст? Нет. Че, рыжий? Нет. Да он не, ему девки не нужны. Че, рыжий, какие девки ему? Какие ему девки, блядь? Он не любит девок, видишь? Тань, ну, есть в твоем сердце, ну, вот, ну, такое, ну, сильное. Ну, это, ну, женское. Че, пальцы в рот. Блядь, ногти грызет, блядь. Чего? А его хуй съест нахуй. Поставь Таньке, слышь, поставь Таньке шалбан, пожалуйста. Сейчас, этим ногтем твоим знаменитым. Мега локоть. Че ты? Он сломает лоб, не знает. Да я шучу же, прикалываю. Таньке, тоже он скоро маникюр делаем, блядь. Все, все. Анжина Джоли вызвала. Анжина Джоли понесла. Все, видишь? Кто здесь? Кто здесь? Мясо слаживай. Виталий жмут, нам не по пути. Все, да. Ты знаешь что? Ты вот сюда положишь мясо, блин, вытащи в тарелку, а сюда мясо положишь. Да, Оксанке надо. Оксанке или Катьке, блядь? Не, мне не надо Оксанке. Ну ладно. У нас девочка на коляске-то. Тань! Так она говорит, я так на улицу хочу. Ты мне. Ты знаешь, сколько она не была на улице-то? Конечно, год. А что, на балкон его возите нахуй? Она ногу сломала. А так-то вообще, если пойдет. А как лепесток упадет, туда и упадет. Вот, да. Согласен с тобой. Скажи, блядь, что-то Андрюха подлечил куда-то, блядь. Подлечил. Все, Андрюха пешком пошел. Андрюха уже задумался. На машине, блядь, машину отдал. Это паха. Вот, им тоже мужиков не надо, блядь, целуются, блядь. Нет, это называется... с бульдогом, блядь. Здесь Катьки, блядь. Я ИКБ, а она Кузина. Кузина. Кузьма. А рыжий, блядь, девчонок не обнимает, нахуй. Это, блядь, все, нахуй.
Рыжий в тумане, нахуй, ребята. Рыжий в тумане, смотрите. Ай, чё, рыжий такой. Зато такого уже больше не будет у вас. Да ты чё? Единственный. Ой, неповторимый. Все, они сейчас тебя будут делить, нахуй, между собой драться будут. Анджелина Джоли, это, блядь, и забьет пенюшку. Ты не смеши. Вот, драться я не люблю. Никогда не будем драться. Тумаками махать не люблю. Тумак хороший. Я про... У тебя хули тумак, у тебя, блядь... Мы поняли друг друга, да? Все, нахуй. Все, Танька не выдержала. Ой, да подруга, блядь. Танька материться начала, блядь. Все, алкоголь, блядь, вошел, нахуй. Тань, это поговорится. Это поговорится. Дайте хоть девочку сфоткаешь. О, блядь, ребята, смотрите. Рыжему, блядь, что-то... Каменская подгон, привет. Привет! 200 рублей новую, блядь, в Каменском подгоне. Закос под евро, нахуй. Рыжий, держи. Держи, рыжий. Трать спокойно, они... заходи, не бойся, трать, нахуй. Че сказать-то? Они хоть не обманывают, что за... Это новые, новые. Нет, это нет, новые, нет, новейшие купюры, какого, 18-го года, да? Да, вот рыжий, блядь, читать. Ну-ка, что же сказать? Рыжий, ты покажи, покажи всем, нахуй. Спасибо, скажи, блядь. Спасибо каменским ребятам, скажи там. Блядь, рыжий, сыка. Каменск. Сейчас я камеру включаю, 200 рублей забираю, нахуй, все. Он же не охуел, блядь. Этот катер не канат. Сука, рыжий, блядь. Есть у меня, ну, Каменский, есть у меня в Каменске, ну, Андрей. Подписчик есть у тебя в Каменске, да. Супруга. Чего, дым-то не нравится, что ли? Нормально дыши дымом, нормально. Он дым, он живой, он хороший. Надо его сейчас снегом просто засыпать, да и все нахуй. Не пускай, надо засыпать ничего. Все нормально. И Вовик. А Вовик, Вовик что за... Да, сейчас. Рыжий, охуел, 200 рублей, блядь, одной купюрой. Ну куда деваться, ебаный. Я ему еще денег дал на 200 рублей, он отжимался тут, блядь. Да, там я только немножко попросил, ну, Валерка, вот отжиматься ему, блядь. Рыжий, ну ты хоть разок-то отожмись. Давай для Андрюхи. Для ребят-то каменских отожмись разок-то хоть. Давай 200 рублей подержу пока. Не бойся, не убегут твои 200 рублей. Да нахуй, что-то рыжий, блядь. Это твои, блядь, ты заработал. Да ты вон иди хоть на чистом, блядь. Да, на чистом хоть отожмись. Хоть разок-то. Давай, скажи. Для каменских ребят. Скажи. Скажи, каменские ребята, это для вас. Посвящается нахуй. А потом еще скажи, блядь. Вот коверчик. А потом лезгинку спляшешь. Ребят, вот коверчик. Скажи, ему деньги заплыли, водка заплыла, блядь. Ёптать. Это коверчик. Скажи, это называется зла. Коверчик. Маслицу прощать. А потом, ну, Вовик. Нет, все. На тумаках. Давай, о, на тумаках. О, нихуя, рыжий, вот, красава. Вот это, и раз. Раз. Танька, садись на него сверху. Два. Подними, где тебе? Три. Вот сука, за 200 рублей за что делать? 4. Вот так вот, рыжий, надо зарабатывать деньги, правильно? 5. Нихуй. Давай еще. Все, он все помрет, нахуй. Хватит, рыжий, все, вставай нахуй. Так все, давай, рыжий. Сильно, блин. Нормально, нормально, 5 раз. Нихуя, блин. Нихуя себе, блядь. Силен, силен, рыжий. Рыжий, блядь. Молодцом. Девчонки думали, сейчас рыжего инфаркт уебет, они деньги вытащат. 200 рублей у него. Тяжелая. 200 рублей тяжелые такие. А это как его? Нет, 200 рублей. Ладно, было бы 100, да, блядь. Поднялся бы, не хуй. Паха, а вот у тебя, ну, видишь на телефоне моя армейская фотография? Набери девчонкам, покажи. Она смотрела видео, наверное. Посмотри видео, там есть наша, где это, песня, там это. А это на лавочке, ну, да? Интернета дома есть, но... Посмотреть. Я тебе говорю, я полночи смотрела. Слушай, давай, блядь, полночи. Тебя смотрят полночи, она тебя любит, и ты, блядь, не наливаешь ей на жену. Даже Анджелина Джоли уже ревновать начинает, нахуй. Танька. Ты прекращай. Я не ревную. Какая ты смиренная. Не ревнивая? Дружба. Любите друг друга? Солидарность. Женская. Поделите. Мы из разных городов, но, блядь, однако. Однако, мы все в одной больнице связаны, да? У нас одной планеты, да, блядь. Ну, последний. А ты что так мясо не сложил, так мясо выкладил, собаки тебя отрезали, сидят нахуй, все. Нет, нихуя не сидят. У меня голову было, меня вообще. Девчонки, где вы у меня? Где вы у рыжего? Катя. Катя. Кать. Катя. Катя. Катерина, блин, душа. Кто ты такой вообще? Да, да, а, вот такой нахуй. Знаешь, как ведра на коровой так носили? Ловко у тебя. Ловко у тебя. Ведра на коровой так ведра носят. Знаешь, как эти с утопками. Я знаю.
Это рыжий, блядь. Жгет. Да, он что-то не жгет, он, блядь, ничего не пляшет сегодня, блядь, нихуя на. Рыжий жгет резину. Синие глаза. Я тебя, тебя. Так мне. Илюха, ну, набрал, ну, на телефон. Ой, рядом, на сенсор. Ну, давай. Ну, вот как паха у тебя, ну, сенсор. Ну, давай, ну, скажи, ну. Чёрные глаза. Я, говорит, там начал зажигать на сдержинке. Вова, ты чё, с ума сошёл? Мама. Ну, она, ну, с магазина. Чё, рыжий, опять зажигаешь? Да. Ты поздно очухалась. А еще там уже поздно, нахуй, пить борщ. Катя столько рыбок пропустила. Ага. Там бесполезно боржоми пить. Там... Когда почки отбиты, да? Чего? Не, у меня почки, у меня весь организм, все нормально, я, ну, здоровый мужик. А ты откуда знаешь, что когда последний раз болится, ты был здоровый мужик, блядь? Он чувствует. Ага, отчаяет. Надо как бы это самое, тут он диспансер рядом. Даже надо обратиться, довериться. Как так? Мама, не духу! На самом деле. Грёбаный, блядь. Что-то Катька что-то разговаривает, там сама собой, блядь. Аджина Джулия. Бывает. Бывает? А что, громко, плохо слышишь? Белочка приходит. Белочка? Ну, так, блядь, ну, тут все, блядь, сосани белочки. Не, белочку-то мне не надо. Я белочку ни разу не говорю. Ни разу? Нет, одного. Хочешь белочку? Нет. Останавливаться. Катька рассказывала, знаешь, рассказывала. Там вообще у него там, там конь автомат мне дай. Дай мне ружье, автомат. Я, ну, я проснулся. Я проснулся, я понять его начали не могу. В лесу Андрей. Стоим, сейчас белочка-то придет нахуй. Не, Андрей, я понять-то не могу. А он тут, короче, газует. Ну, на шоколадке. Газует. На шоколадке. Вот тебя полицейские-то увидят видео, дадут тебе мусоровку, блядь. Пиздов-то получишь, блядь, от них. А ей похуй, блядь. Он никого не боится. Да. А ей мне вообще похуй. Это мафия, нахуй. Бессмертно. Мафия бессмертна. Поджог не получит, нахуй. Представляешь, они, Вова, что делать? Я говорю, хули что? Я его вот так, ну, как она? Ну, просто раз к дежурку. Ну, все мозги вынес. Блядь, это же... Рыжий микрофон, микрофонить начал, блядь, пиздец, нахуй. Да. Оратор. А Катя блинчики все ест. А, твою жопу. Не трогай мою жадницу. А он без трусов? Ты без трусов сегодня, Рыжий? Вкусная масленица. А? Ты без трусов? Нет, в трусах. Сегодня в трусах, а что я делал трусы сегодня? Ну, купаться пойду, там будет бесхрамная команда. Все, Танька начала стесняться. Пизда, блядь, 250 рублей получила и стесняется, блядь. Ребята, блядь, он вообще не ест нихуя. Вообще не ест, блядь. А ты что не помнишь, не кушаешь? Опа, рыжая, рыжая понесла, нахуй, рыжая. Ну давай, как ножками-то подрыгай, как ты любишь танцевать там, блядь. Опа, птички. Ой, рыжая. Опа, да. Эй, с огня могу вытащить все. Все, там, блядь, там чувствую, Андрюха там что начал разговаривать, блядь, с Анджелиной Джоли, блядь, все, нахуй. Я ее выслушал. Ты в прошлой серии к рыжему ухо подсела, подсаживайся, к нему опять в ухо. Ну-ка давай к нас. Нет. Рыжий под... У тебя дома проблема? А что у тебя? Ну-ка давай. Да ты уже попал, ты уже там, блядь. Ну и что попал, ну не в таком виде, что у меня обнимать-то будет? А, нет, так не надо, ты ему скажи. С какой радости-то? Я любимый человек, если у меня дети есть, у меня семья есть, у меня родственники. А что ты раз ему говоришь? Вот я привет родственникам всем. Кому передай привет? Как зовут родственника? Ну не важно. Ну передай им, скажи привет. От Анжелины Джоли. Скажи от Анжелины, от Катьки Ботокс привет. От Радиски Кэт. Иди. Радиска Кэт. Радиска Кэт тебя поняла? Иди, сложи. Погоняла, блин, вот хуй. Отойди. Смотрите, рыжий с подписчиком меряется, нахуй, с Андрюгой, бля. Рыжий, бля. А, блядь, рыжий. А, все, сломал, нахуй, все, рыжий, бля. Как силен, блядь. Он ему деньги дает, а он его ломает. Бродяга. Рыжий, блядь, попал. Силен бродяга, блядь. Бродяга, он по жизни вот такой. Бродяга весь по жизни идет. Пошли. Дорога сильная пойдет. Все. Видите, девчонки руки умывают, говорят, мы пошли домой. О, девчонки у нас.
Ну, это девчонки у нас. Иди, ну, девчонки. А? Попи, давай, давай. Говори, рыжий. Вот. Ребятушки, подписывайтесь на мой канал. Пальцы кверху. Не забывайте про Павел Лайф. Есть еще канал, туда подписывайтесь. Потом Павел Васильевич есть канал. На него подписывайтесь, туда я выкладываю архивные видео. И не забывайте про группу ВКонтакте. Туда выкладываю самые интересные видео, которые YouTube запрещает выкладывать. Я выкладываю туда. Потом что еще? Группу в Одноклассниках, ребят. Ссылочки все будут в описании. Не забудьте подписываться в Instagram. А так, ребята, пальцы кверху. Вам не трудно. Мне приятно. Пока-пока.